Та третья будет денег, пацаны, стоить. 9300. 9300. Девятый год, бензинчик, 119 тысяч проехал. А как же вы скажете, а как же тут пробег, а тут смотано, а как же? Да делаем диагностику, все проверяем, ребята, все смотрим. Максимально проверим пробег, максимально проверим машинку, чтобы ты не попал ни на какую беду. Джанчик это все делает. Если ты берешь машинку за десяточку, понятное дело, даже за 600 евро, Джанчик проверяет на диагностику. Чтобы ты сел, уехал, на лак окрасочная, чтобы она там, понятно, если первичный там окрас, там 300, то такое, то ни о чем. А если уже, конечно, 2500 и 3-5 тысяч показывает, то тут уже битая, тут уж покулеванная, тут непонятно, что делали. Так что максимально подбираем хороший вариантик. А вариантиков полно, пишите. На связи, обнял. Переходим в Телеграм, в Инстаграм, подписываемся. Тоже неплохой вариант, да? А4. Есть жирный, тяжелый люкс.